Троє із шести твоїх учасників, Дмитро, вже заспівали пісню «За життя». Хто буде третім? А хто хоче бути? Я вже хочу. Побыстрее. Вокал этой творческой единицы окутывает всех сразу, и какой-то магией проникает внутрь и остается в голове навсегда. Кажется, Моника. Что... Я не знаю, ну точно не я. Это тот, кого почему-то... Мне кажется, Влад. Все так боятся. Андрей. Андрей! Нет, мы остаемся втроем! Давай! Той участник, якого я и боюсь. Давай, удачи, все будет круто. Давай. Андрей очень уверенно чувствует себя на сцене. Но он еще не победитель. Он на батлах, ну, Аня Воронова спела лучше, чем он. Дальше идет Андрей. Опасный, но у каждого есть свое слабое место. Была проблема с голосом. Болезнь. Раз уж ты встал на эту тропу, все болезни оставляй за сценой. Работай его до конца. Это сложно, но я с этим справлюсь. Все, встречайте, Андрей Бойко, Вишневе. Я готов бороться за победу и дам всем жару. Є таке сподівання, що зараз через хворобу Андрій трохи налажає? Звісно, хочеться. Тепер зрозуміло, чому всі так бояться Андрія. Потап, це конкурент не тільки в команді, це конкурент і в своїй дітей, чи не так? Ну, я, во-первых, не торопился бы, потому что впереди еще три участника, и это вам с Монатиком разбираться, кто из вас пройдет, а потом дальше уже посмотрим, кто из них станет финалистом. Вы все считаете, что двое – это Эрик и Андрей. А почему? Потому что они круче всего поют. У них очень большой опыт. Я тебе хочу сказать, я под впечатлением. Ты молодец. Один единственный совет – научись контролировать этот пучок энергии, из которого ты состоишь. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Он очень уверенно себя чувствует на сцене. Ой, Андрей Бонд. Очень крутое исполнение. И
Я немного не соглашусь с Алексеем, потому что мне как раз вот эта энергетика очень подходит. Ты отлично выглядишь, смотришься в этом стиле. Ты круто слушаешься с этой песней. Андрей, ты молодец. Тебе спасибо потом. Большое. Но у меня еще есть вопрос тебе, Андрей. Кто конкурент главный твой, как считаешь? Ну, я не могу назвать конкурентом его. Он же сидит тут, Эрик. Он мой самый хороший друг на проекте и офигенно поет. И очень круто спел. Спасибо. И это тоже по-джентльменски. Спасибо. По-монатика. Андрій, дякую. Це команда «Монатика». Приєднуйся, будь ласка, до своїх друзів. Ми їм завідуємо, тому що вони вже прийшли, сіли, а ми ще тут нервуємо. 6 крісел. Красава. Місця для наших півфіналістів. І хтось з них стане фіналістом. І побореться за звання «Голос діти 2016». Це було круто, серйозно. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».